Всем привет! Вы на канале Листочек Лили, и вы, наверное, пришли на этот тутор, как сделать хвост, потому что не знаете, как его сделать. Ну, я на хвост, конечно, приготовила вам тутор. Берем нитку любого цвета, совершенно любого. Я отрезаю ее примерно 40-30 сантиметров, но это зависит от размера хвоста. Вы просто приложите к себе и затем посмотрите, как это на вас выглядит. Если вам надо чуть-чуть покороче, сделайте короче. Если длиннее, сделайте длиннее. Теперь нам пригодится клей-пистолет. Опа, он сейчас станет красным. Красный. И простите за посторонние звуки, пожалуйста. Кстати, еще нужно взять карабин. Затем мы берем уже подогретый клей-пистолет и мажем им какое-то количество фетра, которое длиной и шириной, чтобы оно могло полностью окружать нашу ниточку. Подождите, мех и смотрите, если хвост кажется слишком маленьким, то тогда мы делаем побольше фетра, как я теперь сделаю. Хвост все равно будет достаточно тонким, но в принципе нормально. Для этого мы берем мех, наклеиваем на него клей и уже клеим мех на хвостик. Хвост получился неплохой, довольно гибкий и не такой уж и тонкий. Сейчас теперь вы видите результат. А вы спросите, как крепится? Просто к штанам прикрепляем карабин. Вот как будут выглядеть хотя бы маленькие прыжки. Ну и всем пока. Не забудьте подписаться.